Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребят, это уже новогодняя серия, то есть уже 2015 года, ребята, всех еще раз поздравляю с 2015 годом, что он уже наступил. Кто как провел его, ребята, можете писать в комментариях, мне, в принципе, будет интересно почитать, что кто делал. А сейчас, ребята, в принципе, давайте прокачаем, точнее, не прокачаем, а докачаем мы уже нашу вот эту команду, которая сейчас у нас есть только яиц. Сколько там нужно нам раркенди? Штук 30, 35 вроде. Да выкидывай, вот. Ну давайте, ребята, так уж и быть, да иди ты сюда, чувак, что ты... А как он вообще... О, нифига себе, Solar Beam. Он вообще эволюционирует? А дайте-ка я посмотрю. Фиг его знает, ребята. Я не знаю, ребята, эволюционирует ли он или нет, но вы можете написать в комментариях, если он все-таки эволюционирует, то тогда в следующей серии мы его прокачаем. Потому что, ребята, я, если честно, даже не в курсе. Вроде я как-то не нашел у него эволюции, но фиг его знает. Может, я что-то пропустил, может, у него действительно есть какая-то еще эволюция, фиг его знает. Так, и Веномод еще остался. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, если у него какая-то еще эволюция. Так, психический, псайбин, вот. Давайте еще два уровня. Баг, сигнал бим, баг бас. Так, вот. Все, ребята, это можно забирать. Опа, это сюда, покушаем быстренько. Фу, в следующем сезоне мы, наверное, ребята, тоже сделаем так, что нужно будет кушать, потому что если не нужно будет кушать, то это уже прям, если сейчас есть какая-то небольшая хардкорность, то, что нужно кушать, то если мы это выключим, то это вообще капут будет. Так, все, ребята, нам осталась обычная команда, то есть еще одного... в обычных покемонов, потом одна легендарная команда и потом еще два легендарных покемона. Сейчас уже должны выбирать с некого, только вот эти осталось. Ченси, Омонайт, рыба вот это, мистер Майм, ты кто там, психический там вообще ни хрена урона не наносит, поэтому хрен его знает. Потом Кофинг, у нас же яд. Да, Кофинг у нас яд. У тебя вообще есть какие-то нормальные атаки? Пойзон. И Граймер. Граймер у нас тоже... Да, тоже. Ни хрена себе, у нас счет яда много в этой команде. Роквотер. Чувак, изучи, пожалуйста, Эрквик. Может, он не изучит, может, на следующей эволюции, но не сейчас. Я вообще, ребята, еще не догоняю, как мы будем прокачивать. Тупо вообще не догоняю. Ченси у нас же нормальная. Опа. А может сейчас Ченси будет Ченси вырубать? Это, ребята, нужно посмотреть. Пожалуйста, Ченси, сделай так, чтобы ты хотя бы кого-то убивала. Потому что если ты не сможешь никого убивать, я вообще не представляю, как мы, ребята, сейчас будем прокачиваться. Сулрок есть. На начале серии, если там был Шайни Покемон, вы видели, я его не стал ловить, потому что это Мэджикарп был. Или он уже пропал до того времени, фиг его знает. Но это был... Мэджикар. Так. Фу. Пожалуйста, Ченси. 1, 2, 3, 4, 5. Это сюда. Потопали, ребята. Я надеюсь, что Ченси хотя бы кого-то сможет убить. 25 уровень Ченси. И нам нужно какую-то нормальную Ченси. 53, вот, 37. Ху, ребята, держим кулаки.
Да. Убить ты никого не сможешь, Ченси. В принципе, Ченси против Ченси, это понятно, что... Ох, нужно сначала хотя бы вылечить было бы кого-то. Граймер, что ты сможешь тут сделать? Этим ты день будешь бить, этим тоже сладж-бомб. Ну, мистер Майм. Ребята, эту команду мы охренеть как долго будем прокачивать. Если мы ее будем вот так прокачивать Пойзоном, то это, ребята, просто охренеть как долго будет. Но, в принципе, у нас другого выхода нету. Мы оставили вот такую команду на самый последок, поэтому другого выхода у нас нет, тупо. 51-я Ченси, 53-я. И у нас даже Ченси толковых нету тут. Все 60-е уровни. Вот, Краби. Опа, ты как раз нами нужен. Ну, в принципе, ну, даже тем же тейкдауном она больше носит урона, чем Эрквиком. Ну, в принципе. Ладно, сейчас, ребята, попробуем кого-то прокачать. Киллер, Ченси, 51-я, 53-я, 57-я. Ну, давайте 51-ю. Попробуем. Вряд ли, конечно, если мы 30-ю убить не могли, но... Граймер. Граймером мы, в принципе... Он еще и Шайни, точно. Все, что мы можем делать, ребята, Граймером, это использовать Poison. Больше ни хрена. Poison, да, смотрите, он убивает, конечно, не прям быстро, потому что это все-таки Poison, да. Но если вот так по чуть-чуть, то что там он... Что-то он даже сможет и сделать. Вот так, смотрите. Если мы так будем убивать Poison, то, в принципе, это более-менее нормально. Pound... Матслап, Хейз, вот это. Ребята, все, нам больше ничего не осталось делать, поэтому будем мы, ребята, наверное, вот так прокачивать. Первый у нас чувак в команде это Граймер будет. Вот, да, в принципе, и таким способом, смотрите, Пойзоном, конечно, тут урон просто охренеть какой мелкий, но мы тупо ничего не можем делать, ребята, кроме этого. Он тупо, хотя... Нет, я это, наверное, переборщил, что на 60 уровня накинул драться. Это, конечно, много. О, вот как раз. Ребята, нам сейчас тупо вот так качаться нужно. По-другому мы никак не будем прокачиваться. Все, что нам нужно, это только вот так. Поэтому, ребята, это долго будет, я согласен, но... Согласитесь, ребята, что по-другому мы тупо никак не сможем прокачаться. Грайвер. Фух. Ладно, давай прокачивайся. Кофинг еще тут есть. Кофинг, я не знаю. Что-то как-то... Use it smoke. BCA Vasi on 8 screen. Ну, понятно. Она включает вот эту хрень свою неуязвимость, а уклонение, что хрен попадешь тупо. Вот. Хрен попадешь. Ну, сейчас попал. Сейчас не попал. Вот, попал, наконец-то. Вот так. Опа. И Граймер уже эволюционирует. Шайни. Ребята, эту команду мы долго будем качать. Наверное, эта команда даже затянется на 2 серии. Но я надеюсь, что нет, но... В этой серии мы ее уже вряд ли прокачаем, ребята. Хотя... Ну, вряд ли, наверное. Если мы прокачаем хотя бы Граймера, точнее уже Мака, к 60 уровню... Ну, это уже будет нормально, но тоже нужно смотреть. Так, ну давайте. Блисси. Давайте на эту, 45-е. По чуть-чуть Пойзоном мы ее будем как-то бить. Только она что-то не всегда хочет... Не всегда хочет вот этот Пойзон, ну, ставиться на нее. С этими уклонениями и с этой хренью всей, и она... А еще если сейчас лечиться начнет, это вообще охренеть будет. Ребят, это капут вообще. Мы такую команду себе напоследок оставили, что вообще с ума сойти. Два Poison покемона в одной команде, это реально долго.
Джирубал. Джирубал, по сути дела, должен нормальный урон наносить. Ну, в смысле, остальные атаки должны нормальный урон наносить. А Джирубал, я не знаю. Близ еще вы такие спавнитесь. 53 уровни. Да, Джирубал тут не очень вообще что-то наносит. Ну давай, маг. Мук, маг. Поднажми. Конечно, мы долго будем ее бить и, в принципе, качаться. Но нужно тоже как-то делать. Оманайт сейчас ни хрена не имеет. Вот это роллоут и... В принципе, он ни хрена не наносит. Это понятно. Ченси тоже. Вот ты... Тебя, в принципе, тоже нету нормальных атак. Рейдж. Рейдж, в принципе, более-менее она так наносит, но не на этом покемоне. Ах, Кофинг. Zero Ball. Да. А может на Близ изучить там, я не знаю, Solar Beam? Можно ли на нее это изучить? Она же нормальный покемон, а нормальные покемоны, в принципе, должны такие атаки изучать. Точнее, не должны, а могут такие атаки изучать. Поэтому, в принципе, ребята, можно попробовать. А то, видите, ребята, мы ее бьем. А она потом включает вот эту херню, и мы тупо теряем пару минут времени, и бья ее, потому что мы ее урон тупо не наносим. Не бья, а... Ну, в то время, как мы ее бьем, она тупо включает вот эту свою... свое уклонение, что мы тупо по ней попасть не можем. А если она еще хилиться начнет, это вообще охренеть будет. Прикиньте, сейчас мы ее уже 2 минуты бьем, и если она еще хилиться начнет. Это вообще с ума сойти. И у нас уже закончилась атака. Это не очень хорошо. Как мы ее сейчас добьем? Мистер Майм, ты ни хрена не сможешь сделать. Ты даже минимального урона тупо не наносишь. О, вроде. Вроде что-то потихоньку. Ну, зато и минимальный урон называется. Had no effect. А, то есть это на нее тупо толком не действует. Вот эти психические атаки, вот, это не имеет эффективности. Ух, ребята, я не представляю, сколько мы еще качать будем. Ченси против Ченси. Еще такая, что она использует вот эту фигню, которая тупо уклоняется, и все, мы больше ничего не сможем, не можем сделать. Ну давай, ну добей ты уже ее, 53 уровень, хотя бы сколько там уровней нам накидает, это уже будет нормально. Давай. Ну давай. Ну добей ты уже ее. Тупо удары, знаете, ребята, как действуют? Через 2-3 удара, вот. С 5 ударов один удар действует, все. То есть мы попадаем на нее. В нее, точнее, ну. Можем ее ударить. И все сейчас уже, когда мы ее уже практически добили, кончились удары. Добей ее, маг, пожалуйста. И у нее там один ХП остался. Наконец-то. Ох, ребята, эта команда, это с ума сойти. Оставили мы, конечно, такую команду напоследок. Да. Вот, ты нормальная, Ченси. Хотя как нормальная, вижу, что не очень. Ладно, давай ты, маг, ты 39-й. Ребят, я не знаю, как мы сейчас будем прокачивать. Точнее, мы уже прокачиваем, но это охренеть как сложно. Оставили мы себе команду, конечно. Это с ума зайти тупо. Конечно, может там какие-то еще атаки изучить. Может получится какие-то атаки изучить на Мака или на того же Кофинга, но... Тут 3000 опыта, охренеть. Так. Фух. Так, идем дальше. Ченси 56-я, 57-я. Хрен его знает. 56-я, 56-я. Вот, 43-я. Нормально. Давайте. Попытаемся хотя бы. А там вот эта атака.
На хотя бы нормально что-то. Ну, то есть уже ребята более-менее наносит урона. То есть уже как-то мы хотя бы, да, сможем ее убивать. Во! Уже как-то. Опа, это еще, походу, сильнее. Давайте еще сейчас попробуем вот это. О, как раз 32-я Блисси. Сначала кидаем яд. Потом меняем. Яд тем временем наносит урон. Опа! А ну, 56-я Блисси. Вот так. Да, конечно, 56-ю мы вряд ли убьем. Но смотрите. Урон. Нифига, ну да, если, конечно, вот такой хрени не будет случаться, что она нас с одного удара будет убивать. Так. 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 Еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Отлично. 15-й еще опыта. Фу, как тогда мы ее и убили, ребята. Вот так. Матшот. Вот так давайте. Сладжбомб. Опа. Опа. Асидарма. Паунд. Мат. Да тут я хрен не знаю, чем. Зиуз автор. Дефенс стат. Да пофиг. Вот так. Давайте дальше. Так. 37-я. Вот, нормально. Отлично. Сейчас. Давайте эту рыбку нужно прокачать. У нее и урон такой более-менее нормальный. После ее эволюции в шарпеду, мне кажется, она хотя бы хоть что-то будет делать. Так. Отлично. Опа, вот как раз ее эволюция. Изучи какую-то атаку, если ты там сможешь. Да, ребят, эта команда у нас затянется. То есть уже серия идет, а мы еще эту команду толком не прокачали. Ну, хотя бы уже более-менее, но все же. Маг какой там, 40-й уровень, сейчас шарпедо. О, это что такое было? Видели, ребята, как-то она размножилась? Вот так. Давайте, маг. О, маг уже 45-й. Маком, потом шарпеда. Ни хрена себе. Так. Так. Ну, шарпеду она что-то очень большой урон наносит, как я заметил. Так. И вот так. Вон, более-менее так мы уже ядом, ребята, что-то сможем сделать. 56-й, вот 43-й уровень. Нормально. Так, сейчас шарпеду. Опа. 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 Замечательно. Уже хотя бы, ребята, как-то. Это уже более-менее нормально. Уже хотя бы мы что-то сможем. А, ну, конечно, если у нас вот такие Блисси, которые хилятся, это прям охрененно. Если мы так толком не сможем убить, как мы ее убьем тогда, когда она хилится, да? Так, какая там... Опа, это нормально, 46-я Блисси. Тебя сейчас шарпедо. О, нифига себе, вот это квит был. О, и кофинг. Визинг. Нормально, может, ты какой-то удар хотя бы нормально изучишь. И больше у нас вроде даже эволюции нету в этой команде. Кто там у нас еще есть? Хм. Вроде все. Ну, сейчас посмотрим, может, я кого-то забыл. Визинг. Ченси. Ну, Ченси, да, еще Блисси есть. А она как эволюционирует? С помощью Мунстона, может? Или с помощью счастья? Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Так, она, походу, ребята, мне кажется, с помощью счастья эволюционирует. А я что-то как-то забыл даже. Ох, а мы профукали столько уровней, можно сказать. Сколько у нее там хотя бы на данный момент? 63, то есть более-менее. А я что-то как-то и забыл. Ну, Омонайт еще эволюционирует, да. Иди ты нафиг, а. Не сейчас. Ну, беги ты! Наконец-то! Ну да, Омонайт еще эволюционирует, мистер Майм. Нет, Мак, ну, Ченси. Ченси и Омонайт. Так. Это, ребята, я забыл, что... Вот так. Потопали. Капут. Фигово. То есть мы профукали нормально так уровней, которые могли прокачать Ченси. Вот так. Ну, в смысле, счастья, Ченси. Ну, давайте, может, сейчас догоним как-то. Слушай, ты не
Приофигела? Дай нам пройти, вот. Так, ну давайте тогда первое... А, ну да, не в бою. Первое у нас Ченс идет. Потом Мак. И Мака мы что-то пытаемся сделать. Нет, и после Мака у нас Шарпедо идет. Пока там Пойза наносит урон, мы Шарпедом тоже что-то наносим. Так, Ченси. 53-я Ченси. Ну, не Ченси, а Блисси, точнее. Вот так. Так, потом Шарпедо. Опа, ну вот этот удар уже такой. Нифига себе, он так стабильно наносит. Или это просто так повезло, что он так нанес. Sludge Wave, Sludge Bomb. Давайте вот так. Сейчас попробуем, что это. Так, на Ченси напали. Сейчас Мак. Мак, Sludge Beams. Вот, Gunshot. Что-то он не прям, я думал, он какой-то получше будет. Это так, Шарпедо уже Hell Pulse. Ну, это, в принципе, то, что она хилится, да, как я понял. Но ладно, ребята, то есть пофиг. Какая нам уже разница, хилится она или не хилится. Что нам сейчас это хилится? Мы и так ее качаем, а не хилимся. И тупо даже урон не наносит, потому что мы же качаемся другими покемонами. Вот. На Мака мы, ребята, меняем, потому что на нем стоит Lucky Edge. И чтобы урон наносил, и чтобы ему тоже опыт и шел, мы меняем на Lucky Edge. Ну, хотя бы Шарпедо хотя бы что-то нормальное наносит. Какой-то урон. 45-я. Потом Мак. Sludge Bomb. Потом Шарпедо. И вот так. Фу, Шарпедо уже, в принципе, тоже 38-й. Да, долго мы эту команду будем прокачивать. Да не нужен нам Крабби, а. Так, вот, 41-й. Так, Блисси, Ченси у нас уже какой там? Сейчас нужно будет посмотреть. 40-й уровень. Ну, 6 уровней мы уже как-то прокачали ей. Так, сколько у нее там уже? 95. Ну, норм. 30. Мак сейчас. Да, ребята, это первый случай, что мы на Блисси прокачиваем команду за 2 серии. Потому что, ребята, за эту серию мы не очень сможем ее прокачать. Эту команду мы уже сейчас, в принципе, заканчивать будем, а команда еще даже на... Ну, наполовину, да, наполовину она уже прокачана. Вот же Мак уже 51 уровень. Но все же... Шарпедо, в принципе, да, вот Шарпедо, ребята, сможет. Таунт, слэш. Давайте тогда, может, лучше вот так сделаем. Да и все. Ай. Что мы будем париться? Тогда пускай Маку сейчас уровень идет. А мы будем Шарпедо. Вот. Шарпедо вызываем, да? И он убивает с одного, с двух ударов. Вот. Да, да, вот так. Что, в принципе, мне кажется, нормально. Он уже 40-й уровень. Но сейчас за серию мы ему еще сможем, может, прокачать к 45-му, если получится. Вот, 52-я Блисси. Напал Шарпедо. Один удар. Второй удар. Вот так. Опять Блисси кидаем, чтобы ей счастье пошло. Ну, чтобы она опыт получила, эволюционировала. Вот и ей счастье пошло. 44-я Блисси, Шарпедо уже 42-й. Ну, вот сейчас уже, ребята, нормально кач пойдет. Вот сейчас уже, да. Сейчас я уже понимаю. Сейчас, когда уже Шарпедо убивает с пару ударов, это уже нормально. А тогда, когда мы Пойза нам там эволюционировали, это вообще охренеть. Не эволюционировали, а прокачивались. Не прокачивались, а убивали, можно сказать, покемон. Это реально долго. Вот так, отлично. Фу, Шарпедо сколько? Ну, не в Шарпедо, а вот тут 134. Ну, нормально. Нормально, ребята. Так. Вот так. Отлично. Это нам не нужно. Так, 31-я Блисси. Шарпедо, ребята, прокачаем сейчас где-то к 46-му, и на этом, наверное, можно уже серию заканчивать. 30. Да чё ты, зараза, а? Опа. Так, Шарпедо. Фу, ну сейчас он уже как раз будет 45-й. Это нам не нужно. Ченси уже 46-я. Чё-то мне кажется, или Ченси как-то мало стало, или не просто, я не знаю, не видно их, просто они такие маленькие спамятся, фиг его знает.
Отлично. 41-я Брисси. В следующей серии, ребята, это уже нужно будет изменять спам Брисси, то есть ставить уже не чтобы они спавнились, а... Не... Да какой мистер Майм? Не чтобы... Да какой я Монайт? Всех-всех нажал, но не тех, кто нужно. Не чтобы они спавнились от 30 к 60 уровню, а чтобы они уже сотыми спавнились, потому что там уже легенды будут, мы будем легенд прокачивать. И тогда, ребята, нам уже нужно будет больше уровень так на Брисси, можно и так сказать. Так, еще одна напала. 47-й Шарпедо. И еще один удар. Отлично. Ну давайте еще. Ну давайте, ладно, уже ему прокачаем 50 уровню. И на этом, ребята, мы заканчиваем. Фух. Так уж и быть. О, 50-я Брисси, как раз ты нам не нужна. Да как, почему маг? Твою же мать, я на всех нажимаю. Да нет, не, ху, ну хотя бы сейчас не убежал. А то знаете, закон подлости, когда нужно убежать, он никак не сможет. 10 раз нужно нажать, чтобы он убежал. А сейчас бы случайно нажал, и он бы убежал. Был бы вообще реально закон подлости. О, 60-я Брисси, 60-я Брисси, как раз ты нам и нужна. Себя как раз нормально опыт атак. Хилинг опять, вот атака на хил, наверное, но она нам, в принципе, не нужна. Конечно, тут зачем ее, если мы, в принципе, даже Брисси не бьемся? Зачем ей и атака на хилинг? Так. Отлично. О, эксплужен, но... Фух. Ну что, ребята, Шарпеду еще один уровень остался, и мы на этом заканчиваем. О, Ancient Power. Психический ску... No. Да, там можно. Все, ребята, на этом мы заканчиваем эту серию. Кто там? Эконс. Ну, давайте еще, ребята, Эконса попытаемся убить. Где он? Это он? Нет, не он. Вот это он. Да какой дриф... Вот, нифига себе ты уровень, конечно, 73-й. Нифига себе! Во, отлично, нормально. Что там выпало? Ребята, на этом давайте мы заканчиваем прямо тут. В следующей серии мы тут продолжим. Ребята, не забываем, если на этой серии наберем 300 лайков, новая серия выйдет еще сегодня. Все зависит от вас, ребята, как вы хотите, чтобы выходили серии. На этом, ребята, давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.